Депутат Жогорку Кенеш Алиярбек Абджалиев возместил государству 20 миллионов сомов, об этом сообщили в ГКНБ. Напомним, установлены факты незаконного обогащения со стороны депутата. По информации ГКНБ, Абджалиев, являясь депутатом парламента, а также используя свои родственные отношения с экс-президентом, активно вмешивался в работу госорганов, при этом лоббировал интересы частных структур в ущерб государственным интересам. Также установлено, что он, работая на государственных должностях, приобрел имущественные активы, несопоставимые с его официальными доходами, в частности, более 20 элитных квартир, жилые дома в вип-городках Бишкека, пансионаты, земельные участки в Иссык-Кульской и Чуйской областях, а также недвижимость в Турции и Арабских Эмиратах. Вместе с этим Абджалиев инвестировал значительные денежные средства в одну из строительных компаний на строительство многоквартирных домов в столице и другие коммерческие объекты, а именно в Каиндинский кабельный завод, а также в месторождение каменного угля и золота.